Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Что касаемо формировки деревом черной смородины, принцип такой же, как я и рассказывал про красную. Вытягиваем штамп, берем самый основной сильный побег, все остальные удаляем, хорошо подкармливаем, и он вырастает почти по пояс. Потом же на 50% делим его, все, что вниз, удаляем все побеги постоянно. И все, что растет из-под земли, то же самое. Здесь укорачиваем на определенном уровне, делается разветвление. Эти разветвления еще летом, раз укорачивается, вот здесь было укорочено, чтобы было разветвление. Потом еще раз укоротили и так далее. Постоянно укорачиваем. Укорачиваем весь однолетний прирост. Для того, чтобы больше было деления. Деления именно однолетнего прироста. Чем больше однолетнего прироста, чем больше она плодоносит. Что касаемо формы, на ваше воображение, можно чисто по кругу ее обойти. Но с учетом, учитываем, чтобы оставались именно однолетние побеги. На одно- и двухлетних побегах чаще всего или больше всего плодоносит смородина. Далее на 3-4 уже меньше. Такой куст может так плодоносить деревом до 5-6 лет. Далее, если уже смородина мельчает, оставляете один побег и делаем замещение. Основной побег из земли оставляется, этот уже старый вырезается. Также все остальные побеги новые из-под земли вырезаем. Новый побег формируем также, укорачиваем на определенную высоту. Потом его разветвление тоже укорачиваем на около 10 сантиметров. А уже его разветвление на 5-7 сантиметров и так далее. Простой способ формировки. В принципе, больше как декоративно получается такая смородина. Но и в то же время она не уступает по плодоношению. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. До свидания.